это объяснение в любви. Приготовьте ручки и аплодисменты. Ну, честно говоря, я пытался готовиться, потому что я понимал, что мне нужно будет что-то сказать и сказать очень хорошие слова. Я репетировал. Хорошо. Но вот я вышел сюда и понял, что вот все слова, которые можно сказать, они, наверное, не смогут отразить всех тех чувств, которые я к тебе испытываю. Потому что слова, ну, что слова? Слова — это просто одежда для мыслей. А идут они из головы. А мои чувства к тебе, они идут из сердца. И это самые прекрасные чувства, которые есть на свете. Иногда люди говорят, что самый главный враг любви — это время. И что проходит какое-то время, проходят годы, и вот это чувство любви, оно заменяется какими-то там другими, более зрелыми чувствами там, ответственности, заботой, ну, много чего мы придумывали. Но вот мне это говорить не надо, потому что я по своему опыту знаю, что ничего другого нет. Человек либо любит другого человека, либо нет. И что хочу сказать. Ты настолько интересный человек, с тобой каждый день как первый день. И каждая ночь как первая ночь. И нет никого в моей жизни, кто, кому бы я мог сказать такие слова. Я люблю тебя. Поконцуйте свидание, я поддержу. Аплодисменты!